Распаковка. Приехала елочка. Скоро Новый год. Можно сейчас по скидке елочки приобретать. Такой вот. Ух тышка. Угу. О, пощупай, какая она мягенькая, классная. Заснеженная красавица приехала. Заказывали в ноябре, так в ноябре сейчас хорошие скидки на елку. Коробка, конечно, потерпевшая. Вы же понимаете, кидали уже ж там как могли. Хоть и по новой почте, но все же. С какой стороны книга? Что, Лёлик, интересно? Ух тышка! Ого! А какая-то часть ее. Видишь, труха белая сыпется, ну, да? Конечно, сыпется она. Это что, это верхушка чешуй-то? Такая мягенькая. Люлик, ты главное не ешь ее, я тебя умоляю. Два, я держу, ты достаешь. Стой. Там еще что-то вываливается. Такие ноги. Ага. Ого! Такая нормально тяжелая. Фига себе. Так. Как интересно, тышка. Всегда мечтала такой елочки классной. Ой, супер. Так, из трех частей она. Ну, тяжелые эти штуки, да, металлические. О. Можно ее конусное такое ставить. 1,80 м она. Тышка. Вот, три части собрали. Теперь можно распушить эти веточки. Конечно, требуха еще летит с нее. Да она все время будет лететь. Требуха пока не полысеет от той требухи. Не, ну так сильно не надо уже. Сейчас мы ее расправим и покажем вам елочку во всей красе. Как она будет выглядеть. Веточки хорошенько так регулируются, отодвигаются вот так вот, расправляются красиво. Вот так вот. Вот так вот каждая ветка. Вот так вот. Вот так вот. А Лёлику как интересно, да, малыш? Лёле, тебе нравится? Не, ну это лучше, чем президентская. Выбор же елочек есть большой. Какая-то ковалевская, буковельная. Ну.
нас просто заснежено. И верхушка такая пышненькая, да? Так. А ну. Ух ты! Ух ты! Как красиво! Сейчас я расправлю веточки, как хочу. И вот. Люлик, ты это не ешь, пожалуйста. Вот, расправили. Такая вот красавица получилась. Заснеженная, мягенькая, прикольная такая. Так вот будут выглядеть игрушки. Очень мягенькая, такая прикольная. Такая верхушка. Ну вот, ребят, собственно, вот такая вот елочка. Можно над веточками еще пошаманить и выставить их, как вам нравится. И как понравится нам, так и выставим. Такая заснеженная красавица. Эта елка литая, заснеженная, такая прикольная, очень мягенькие такие вот эти вот штучки, поверхность. Нету такой жесткости пластмассовой. Сами ветки хорошо регулируются, можно вот так вот выставлять наверх, кому нравится, можно к низу, типа она такая вот под снегом, тяжелые такие у нее ветки. Вот сам так ствол выглядит, тоже заснеженный, красивый. Вот одну игрушку даже подцепила, чтобы посмотреть. Игрушка такая сама по себе не сильно легкая. Вот их посмотрела, как насколько под тяжелыми игрушками будет ветка гнуться. Не сильно гнется. Будет очень красиво, когда ее полностью украсить. Будет гирлянда, конский хвост, юбка для елочки. Всяческие разные игрушки. Я вам покажу примерно, какие я подготовила. Вот такая вот новогодняя история из цветочков. И тут игрушки такие и такие. Как сама будет выглядеть елка, как я ее буду украшать, я обязательно вам покажу в следующем видео. А сегодня у нас была просто распаковочка новогодней елочки. Повторюсь, покупали мы ее в ноябре месяце, когда вот такие хорошие скидки были. 1,80 м. Красотка такая. Очень красиво. Ну что ж, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите продолжения. Украшения этой елочки. Всем пока-пока и хорошего всем настроения. Вот так вот пока замотали елку в три части. И теперь надо куда-то ее спрятать. Придумайте место хранения. И в декабре будем уже наряжать ее, ставить. Я вам обязательно покажу весь процесс украшения и какая она будет в итоге наряженная.